Хотелось бы спросить у медработников проблемы. Ну, можно по одному, так, кратенько, девочки. Я вообще не умею разговаривать, честно. Молчи. Это у нас буфетная, столовая, где раздача пищи происходит. Ну, вот, как бы, скажите, какие проблемы? Обращались ли вы со своими проблемами в администрацию? Какая реакция администрации? В администрацию нам ходить бесполезно, мы туда не вхожи. По ночам дежурим без дежурных врачей, делаем все назначения как бы сами, никого не дозвониться, никто никому не нужен, когда поступают больные. Сами решаем, кому кислород, кому капельницу, спасаем, делаем искусственное дыхание, все мы это по полной прошли, будучи не научены работать в реанимации. Работать очень тяжело. Ну, хотелось бы еще добавить, что выплаты нам по коронавирусу снижаются. В общем, нам их и так не платили, как положено, несмотря на все обращения в прокуратуру, в генеральную местную прокуратуру, в министерство. За последний месяц заплатили медицинским сестрам по 16 тысяч, санитаркам вообще не оплатили. Говорят, что нет денег. Смотришь с экрана, что миллиарды направлены на повышение зарплаты медработникам, а в итоге у нас в больнице один ответ – нет денег. Даже перерасчет отпускных – у нас с лета, где должна была быть надбавка за коронавирус, у нас до сих пор не выплатили отпускные. Перерасчеты не сделали. Работать очень тяжело. Администрация к нам не приходит. Мы в администрацию сходить не можем. Нас просто выгоняет главный врач из коридора администрации. Наши претензии, наши пожелания никто не слышит. Ну и... соответственно, зарплата у нас мизерная, смотрим в других районах, например, в Боготольском, соседний район, там медики получают и за ковид 30 тысяч, и зарплата у них почему-то выше. У нас же ничего мы не можем добиться. Ответ один, нет денег. Вот такая просьба, чтобы все-таки нам услышали, как-то помогли, услышали нас, да, и, соответственно, так как мы рискуем своим здоровьем и жизнью, установили соответствующую зарплату, а не такую, какую захочет главный врач кинуть нам, как собачкам.